Друзья, всем привет! Вы на канале Валера Морской Волк Forever. Новое название. Валера Морской Волк. А со мной Анка Харьковчанка. Какого мила ты меня снимаешь? Она у нас в гостях. Что вы кушаете, мадамс? Рыбку. Какая рыбка? Вкусная. Вкусная? Берете так рыбку, да? Отрезаете и кушаете. Что за рыбка? От кого? Чья рыбка? От Оксаны. Понятно. Вот так и живем. Тут кушаем. Вот там вот в бассейн ходим. Сейчас пойду. Пошел я в бассейн. Тут там сейчас места нет. Все. Я в бассейн, а вы можете оставаться пообедать с Анкой Харьковчанкой. Стирается. Это вообще не жизнь, а кайф у тебя, да? Да. 3, 4, что здесь? 5. Я почал плыть. Может, привет. Чтоб ты так жил? Чтоб я так жил, Аня. Передаю привет. Там блюдо. Бабушке. Спасибо, бабушка, за то, что купила нам путевку в этот пионерский лагерь. Пенсионерский лагерь. Тут у нас хорошее питание, мы загорели, поправились, купаемся все время. Чего ты молчишь? Что с тобой? Блин, да тебе же загорать ли? Короче, тут специальный бассейн такой. Кстати, здесь, в этом отеле, есть, даже я видел заезд для... Видела? Пандус, или как называется? Вот, ну тут в этом обзор, посмотрите на канале Валан. А я не видел, я просто Аня снимала обзор, я не видел. И там вот есть такое вот заехать, ну, можно заезжать на коляске, если ты... Ну, с коляской, наверное, тоже с ребенком. И... Ну, короче, тут шикардосно. Шикардосно. Лежим, балдеем, тут купаемся. Особенно, сейчас разошлись отдыхать на тихий час. Аня одела... Что одел? Запрещенные плавки одел. Я возмущался. Целый час бубнил. Я говорю, так сейчас говорю, все разбегутся. Аня одела плавки и запрещенные, все разбежались. Хорошо, что тебе девица. Мне нравится. Мне нравится одной в бассейне вообще. Утром было шикардосно, никого нет. Просто как. Просто как. Теперь можно загорать. Ты хотела надо поплавать попросить? Я хотела для заставки попросить. Ну, за какой заставки? Моей. Для заставы? Пограничной заставки? Да. Тут, кстати, есть пограничная заставка. Застава в Счастливце. Слышишь, так же загорать можно вообще с одним. Да, вот тут офигенно. Просто так жарко. Офигенно. Можно просто лежать. Вот здесь. Скажу честно, утром я снимал, но потом не захотел выкладывать, хотя медуз сказали нету. А и, кстати, люди говорят, медуз сегодня нет. А зачем тебе вообще море? Я уже на море, тут пока буду здесь, на море выходить только утром. На море не пойду, больше бы на море. Мне уже море вот здесь, не хочу я. И что? Я еще тебе тут помучу. У вас свой канал. Что? Это значит, отвалить от меня вообще, канала Анки Харьковчанки выходной. Я сегодня ем, не снимаю. Я сегодня кайфую. Знаешь, я сегодня ем и не снимаю. Плаваю и не снимаю. Делаю зарядки и не снимаю. Зато ты везде меня подсекаешь. У меня первые дни идут эйфория. И поэтому я, пока у меня есть такая заряд бодрости, потом я привыкаю и все, и начинаю отдыхать. Поэтому как бы так. Все, ладно. Еще день длинный, мы пока только в бассейне, продолжим попозже. Лежи здесь, загораем. Идем на разведку территории, окружностей. А как сказать? Вот ты замолодил. Территорию окружностей. Идем в магазин искать. Идем обследовать территорию. Значит, вышли мы с отеля задней части и смотрим. На окружности задней части. Значит так, можно пойти туда, я вижу. Продукты. Можно пойти туда, Аня выбрала налево. Да, это улица Морская. Морска. А где проход к морю? Тут проход к морю вот здесь есть.
Тут вот рядом, там есть указатель. Есть дальше проход аж моря. Видишь, где вот люди идут, где машины стоят, вот там большой проход. Здесь есть между дворами, там прямо к магазину, и там дальше, ну, есть проход. Надо... Я хочу проехаться на велосипеде. Зачем? Хочу проехать на велике и показать все проходы по морской, да. А мы сейчас идем что-то купить сладенького. Ну, я же говорю, можем пойти в этот магазин сейчас посмотреть, а потом пройти сюда, посмотреть, что там. Понял, сравните там магазинчик. Ну, пойдешь, я 2 часа дня в жару ходить не буду. А что мы вообще вышли? Я в сладенько совершенно купить. Капюшончик от солнца. А у тебя нет капюшончика. Что-то солнышко притыкает. Ты как укусла. Купили самый полезный напиток из всех газированных. Это живчик. Я помню, когда он появился в таких желтых, желтых баночках. Помнишь? Железных. Живчик надо пить. Это все. Все как будто считали, что он полезный. Да, да, да. А ты что, до сих пор с хиноцеей, да? С хиноцеей. Или же нету. Все, я помню, его все пили, как какой-то энергетик, и вот он полезный, помнишь? Вот это вот была офигенная реклама. Ну и сейчас, я считаю, он самый полезный из всех, которые вот эти все миринды, шмиринды. Ну, мне так кажется. Да ничего, она не полезна. Полезный, и он живчик, ты жив, ты живой такой. Ладно, что ты еще купил? Бумагу, спички. А сладенького? Одну шоколадку. А, все, ладно, тогда ладно. Тогда пришли до дома. Добрый день, дорогие. Еще раз. Добрый день, дорогие друзья. Это уже следующий день. Я не знаю, на чем там закончится. Блин, закончился прошлый день. Мы в новое жилье у нас. Однокомнатное. Трансформировалось. Двухкомнатное трансформировалось в однокомнатное. Ты снимал уже? Тут, кстати, снимал. Подарок. Еще один матрас. Шучу. К нам приехал знакомый. Да тихо, ты не перебивай блогер. Выключи на секунду. Я хотел показать, как я качаю, короче. Сейчас покажу комнату быстро. Она смотрит свое произведение. Смотрите. Все то же самое, короче, что и в той комнате. В том номере. Только он однокомнатный. А так все, в принципе, то же самое. Такой же диван, все тоже есть, только одна комната. И нету стиральной машины. Все, а так все так же. Так, что я хотел, еще вещи валяются, еще не разложили. Значит, а я сижу, качаю матрас. Покажу как. Кто приехал нам, расскажи. Прошу. Приехал к нам новый герой нашего канала. Наш старый друг, знакомый, товарищ. Да потом все расскажу. Вы его уже пускай видели. Интрига. Когда это? Плюс Анечки Аня, короче, выпросила матрас. Ну, она просто написала ему, типа, возьми что-нибудь там одно. Думала, у него просто есть, да. Он говорит, я знаю, что а он взял, купил новый вообще ей подарок. Я знаю, что ты хочешь фламинго, но я в 4 утра его нигде не куплю. Теперь Валерон уже 3 часа дует. Я говорю, дуй. А я только выпустила. А не, ну ты почему? Потому что человек работает, ну, как бы отношение имеет к Барабашову там рядом, да, где-то живет. И она думала, что там, ну, знакомый у нее есть, там торгуют, я так понимаю. Мы еще точно же в это не вникали. Директор. Знаем, что он там где-то. Директор, где-то. Чем торгуют? Ну, короче, да. И она думала, ну, может, там связи есть где-то раз, там заскочит на Барабашов, живет на рядом. Но он взял, купил, не знаю. Кстати, мы еще не спрашивали, где он взял матрас в 4 утра. Так что узнаем, будет интересно. Но насоса у нас дома 3 штуки таких. Знаете, и ножной есть, и ручной пластмассовый такой большой. А тут есть рука автомобиля, но там вот такая вот штучка. Она что не подходит, ну, для камер. И я пробовал, ну, короче, неудобно. Сижу вот это ртом качаю. Аня смотрит свое кино новое. Только вы. Если вы не посмотрели, пропустили, можете посмотреть у Анки Харьковченки, как называется ролик. Да, найду. А у меня тоже предыдущий, смотрите, как мы сюда переезжали, в общем, и как я купался на Севаше, и вот там нам мысль и пришла, что как офигенно там на матрасе, или там на, как называется, ну, даже если мы купим этого фламинго, то я буду на матрасе, как раз такой, можно в длину одному лежать, вдвоем вот так, и против медуз, кстати, классно, я думаю, как можно плавать, и медузы не страшны, главное, чтобы ветром не унесло, ну, в общем, я качаю. Матрас, Анька смотрит, не может на себя насмотреться, занимается самолюбованием. Занимается самолюбованиями. Она у нас любит себя. Не, она и меня смотрит тоже. Я на 2 канала снимаю, я уже забыла, что я наснимала на 1 и 2, я не знаю, понятия не имею. Чтобы все поотрезала, нужно, не нужно, там голые без трусов бегать.
А я легкие разрабатываю. Офигенная тренировка. Вот это классно, что даже нет насоса. Легкие вот такие будут. Завтра сейчас пойду нырять. Буду весь этот бассейн туда-сюда проныривать, наверное. Мне пока переехали, блин. Пока разложили вещи, пока я приготовила обед. Так что... А что страшно, странно говорю, раньше, когда качал в детстве круги, матрас, у меня голова кружилась, а сейчас не кружится, качаю, и голова не кружится. Я просто выложила ролик и даже не смотрела его. Все закончилось. Все нормально. Все, в общем, как-то так. Сейчас накачаю, идем на бассейн опять. А что, купаться идем? А что, мы теперь маленькие идем? Давай, бери. Нас даже спрашивали, как вы пока. Матрас, бери, пошли. Важный звонок. Что-то ветерок поднимается. И какой-то... Смотри, дым какой-то. Ветер поднимается, видишь? Надо успеть, пока солнце. Саня! Ой, Лиза! Идем плавать. Тебе самый блатной номер достался, да? Это я нафиг давай. Я смотрел, когда обзор, думаю, самый классный, прямо с видом на море. Ну да, с видом на воду. Так оттуда прыгать можно? Нет, сразу в бассейн. А. Давай, выходи, будем плавать. Он специально. А ты или ты отдыхаешь? Нет, сейчас иду. Он специально, я буду зарядку делать. Он тренер контролирует. Так оттуда снимать, короче. Это фотография? А, я понял, так вот завязывай. Где покупал? На Кипре. Так, осталось купить? Произведено во Вьетнаме. Так, слышишь, он такой... Пробка. Это же для того, чтобы не улетел? Нет, так не гуляешь. Не той стороной, другой. Той, все правильно, да. А тебе идет, слышишь? Так она всем идет, не заметил? Прям этот. Охотник за привидением. Сразу ружье вот это еще, Джуманджи, помнишь? О, Джуманджи, точно. Можно заказать. Слышишь? А теперь буду искать, где там будем. Не найдешь. В Кипрах. Я везде искал. В Греции все есть. Тебе тоже хорошо. На вечернюю прогулочку выехали. Хотели пройтись, но решили проехаться. Солнце у нас что-то где-то спряталось, ветерочек. Ёпрасоты. Нифига себе ветерочек, правда. Кто спрашивал, вот жилье, наш отель, вот рядом магазин, и покушать здесь можно, кафешечка, и там по улице примерно в ту же сторону, в обратную сторону столько же тоже можно покушать. Блин, тяжело ехать, песок, ветер. Что происходит? Песок, ветер, что такое? Блять, ехать невозможно. Я посмотри, еще песком занесло. Выехали одни. А что мы сюда поехали, а не в ту сторону? Какую? На дорогу. Куда ты едешь? Ты сказал, выезжаем сюда. Куда? Не в ту сторону поехали. Тут вообще невозможно. Откуда тут песок взялся? Едем, все идут, все с пляжей поуходили, погода испортилась. Вон солнце на небе, что-то вообще... Ну, слава богу, нету такого, как в других городах показывают. Там и град, и молнии, и вообще, и потоп уже. Опять, и в Харькове, и в Железном порту, и везде. Что-то неинтересно. А как, а почему неинтересно? Погода, только стоит солнце спрятаться, и все. И этот наш прекрасный... Поселок Счастливца становится обычным поселком без моря. Все, неинтересно. Тут только нужно солнце, море, пляж, курорт. Сразу грустно.
Даже снимать не хочется. Велосипедная дорожка. Счастливцева. Там ехать нельзя. Там машины. Здесь люди ходят, но приходится и нам тут кое-как. Велосипеды, блин, что-то не едут ни хрена. Не понимаю почему. Тебя тоже не едет? Вообще. Вообще не едет. Ну, пешком было бы еще хуже. Кто-то спрашивал, да, вот мы едем. Ну, я не знаю. Ну, в принципе, наверное, у нас все на машинах. У нас жильцов нет без машин в нашем, сейчас, где мы живем. Поэтому по поводу пешком, далеко, недалеко. Ну, тут все, в принципе, далеко, где бы вы ни жили. Куда ты? Аптека. Аптека ж дальше. Мы сейчас едем в аптеку, и нам еще куда-то, я не помню. А, сахар надо купить. У нас там магазин ближе, но аптеки нет ближе. Поэтому едем дальше в аптеку. В центр. Мы сейчас приедем в центр счастливца. На велик. Еще наш товарищ пошел на море, не дозвался нас. Мы уже так находились. Он-то приехал, нам уже неинтересно. Звал-звал, потом говорит, я на море. Он звал пройтись просто. Потом... Аптека. Работает или нет, если там работает. Еще у Ани наша знакомая. Ну, у Ани, Анина знакомая. И моя тоже здесь написала, что она здесь тоже может поедем сейчас в центре. Возле колеса где-то живет, сказала, увидимся. Так что куча знакомых. Объедем, с ними поздороваемся. Купим, что надо. Сейчас посмотрим, судя по какие цены? Цены в аптеке. Да, по сравнению с клиническими. Чикаго Сити. Спасибо. Чикаго. В смысле? Дорого? 134 гривны по стенку. Офигеть. Сегодня как-то резко так потемнело. Сразу настроение даже упало. Не знаю, как оно будет дальше. Захотелось домой сразу, прикиньте. Вот так вот оно работает. А еще смотришь, везде погоды не стало. И, блин, думаешь, ехать никуда не хочется. Потому что так приедешь, а там град, дожди и все. Чего туда ехать? Реально, за все время, что мы сейчас здесь, домой захотелось первый раз. Смотри, друзья наши, велосипедист. Коллеги, коллеги, смотри, сколько велосипедов. Рыночек тут, кстати, новый. Мы так и не были на нем, на новом, да? В этом году его построили. Да, или в прошлом году уже был? Нет, он же по-другому был сделан, что не видишь? Его же сделали по-другому. Храм никак не достроят. Храм не достроят. Кафе на месте, чебуреки. Тарадай, Валера, морской волк.